Человеческое ухо хорошо слышит трели кузнечика, но вот разглядеть глазом его среди зеленой травы очень и очень нелегко. Я-то сейчас через 5 минут, наверное, стояния увидел, откуда исходят эти звуки. Но этот товарищ, похоже, заметил мое к себе внимание и перестал издавать звуки. Но это понятно, лучше прикинуться, как говорится, шлангом, чтобы тебя не съели. Пополз куда-то. Во, вот у него крылышки дрыгаются, трутся друг об друга, и из-за этого получается вот такой свист. Так что не зря говорят, в траве сидел кузнечик. Интересно, а удастся ли мне его поймать? И как он отреагирует на мой палец? Да, в общем-то, особо никак не реагирует, поскольку я его не тискаю, не беру в руку. И он думает, что палец это моя... Это, что палец это очередная веточка. И вот он на него перебрался. Не удивлюсь, если он сейчас начнет свиристеть и прямо у меня на руке. Ну давай, перебирайся на листик. Опа. О, красавец. Жирненький такой. Ну, судя по всему, это мальчик. У него на хвосте отсутствует яйцеклад. То есть у него хвост, ну, грубо говоря, такой тупой. Нет продолжения. Нет острия. Значит, это мальчик. И своими трелями эти мальчики борются за внимание самок. Пытаются их очаровать своими песнями. О, пожалуйста. Смотри-ка. Ладно, я уже устал.